Наверное, у каждого есть свое возвращение определенное. Для меня это было возвращение вот куда-то назад, в свое детство. Наверное, даже глубже, чем в детство, потому что это связано с чем-то таким душевным внутри. Ключик от прошлого утонул в граненом советском стакане. Рядом с иконкой стоят статуэтка Орленка и красный флаг. Работа Евгении Полюдовой метафорична. По ее словам, во многом помогает раскрыться филологическое образование. Как вспоминает художник, рисовала всегда. В ее семье все занимались творчеством. Но связать свою жизнь с рисованием решила не так давно. Сейчас Евгения Полюдова получает профессиональное художественное образование. «Возвращение» – это уже третья ее персональная выставка. На открытие экспозиции пришли не только друзья художника, но и учителя Евгении Полюдовой. Непростые натюрморты, не просто там стакан, стул, стол. Все натюрморты, они подернуты патиной временем. Есть налет, как бы, какого-то времени, отрезка времени. И эти натюрморты написаны сейчас, но они несут дыхание прошлого. Бумажный кораблик утонет, как и советская система, говорит художник. А к прошлому можно вернуться с помощью вот таких незамысловатых предметов, которые были у каждого. Кстати, большинство работ Евгения Полюдова создавала с натуры в бабушкином доме. Например, картина «Бабушкин двор» называется. Вот это вход, да, в дом. Вот. И там прошло мое детство. Там жили мои родственники. К сожалению, они умерли. Но вот много воспоминаний осталось с тех пор. Здесь вот работа в путь. Детский маленький велосипедик на фоне дороги, который уходит далеко-далеко за горизонт. Это, можно сказать, что наша жизнь. И как раз вот велосипедик – это вот то, с чего мы начинаем, можно сказать. Вот все садимся на этот маленький велосипедик и едем по дороге куда-то далеко в путь. У меня впечатление такое очень ностальгическое, то есть одновременно возвращение в прошлое, хотя мы, конечно, были маленькие в советский период, но все-таки мы его застали, мы в этой атмосфере росли, и самые приятные детские воспоминания, конечно, связаны именно вот с тем, что изображено на этих картинах. Каждая картина посвящена определенному моменту. Возвращаясь к прошлому, Евгения Полюдова осмысливает настоящее. Как говорит художник, время прошло, а жизнь продолжается. Алина Гребешкова, Роман Нугуманов, городской телеканал ЮТВ.